Итак, всем привет, ребята! Это уже пятая часть второго сезона про мой город. Ну, мне хочется уже строить второй этаж. Так что построим. Ну, это как будто будет крыша. А еще я увидел, что в 51 году у Сары седые волосы, что очень странно, ведь на момент убийства Тома ей 36 лет. У нее волосы не должны быть седыми. Ну или я просто не понимаю. Ладно, потом достроим школу. Так, вот она какая.
Так, давайте проверим, как дела у слесаря третьего. А, все нормально с ним. Он танцует. Надо поле притоптать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, вылезай. Уже танцы окончены. Вот они, чуваки. Туц, 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 туц. Вот напущенные глаза. Аэропёр. Ну так что всем пока.